Сотрудники патрульно-постовой службы и общественного формирования правопорядок постоянно повышают уровень своей подготовки. Во вторник прошло очередное занятие для работников патрульных служб. В среду 2 февраля на базе Ильичевского городдела милиции прошло совместное занятие для сотрудников патрульно-постовой службы и общественного формирования правопорядок. Оно было посвящено проверке документов. Занятие состояло из вводной лекции, обсуждения и просмотра тематического фильма, в котором наглядно демонстрировались различные кризисные ситуации из работы патруля, алгоритмы поведения. Занятия с членами общественного формирования правопорядок проводятся согласно закону Украины об участии граждан в охране общественного порядка, согласно статье 12 этого закона. Члены общественного формирования могут выходить на патрулирование, лишь пройдя необходимую правовую подготовку на базе городдела милиции. Уголовная исполнительная инспекция уже на протяжении целого года взаимодействует с общественной организацией «Правопорядок». Цель наша одна – это проведение индивидуально-профилактической работы с лицами, которым суд дал наказание, не связанное с лишением свободы, предупреждение о совершении ими новых повторных преступлений. По итогам 2011 года из состоящих на учете на сегодняшний день 180 человек, 7 повторных преступлений – это большой процент для нашего города. Занятия для двух служб проводятся совместно, так как выполняемые ними функции во многом пересекаются. В их обязанности входит патрулирование города, проверка документов, выявление и предотвращение преступлений. Цель и задачи членов муниципального формирования – это профилактика правонарушений среди жителей города Ильичевска. Совместное патрулирование членов муниципального общественного формирования проходит совместно с работниками милиции. С 18.00 до 23.00. У абитуриентов, которые хотят связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, есть прекрасная возможность поступить на госбюджет, получив направление в Ильичевском городделе милиции. Начался набор кандидатов на обучение в высшее учебное заведение системы МВД. Для обучения мы направляем не только в город Одессу, но также в другие крупные города Украины. Преимущество этих учебных заведений в том, что люди, которые поступают в учебные заведения, обучаются на госбюджет с последующим трудоустройством. Скажем так, если человек направляется с Ильичевского городдела, в последующем государство гарантирует ему, что по истечению срока его обучения он возвращается в Ильичевский городдел и продолжает здесь работать. Люди, которые заканчивают учебные заведения системы МВД, получают образование юриста. За дополнительной информацией можно обращаться в отдел кадров Ильичевского городдела милиции по телефонам 653 73 и 949 67.